А что это? This is not Rudraksh. Bodhisit, Bodhisit. Bodhisit? Yeah. This like a Bodhisit, Buddha eyes. А, там как будто бы глаз Будды, он говорит. It's good natural. Price. It's natural, yeah, plant. Это из растения, это натуральное. Good price, okay. Какой прайс? Прайс? $25. $25. $2,500. 2500, хорошо, окей. Okay. Хорошо, добра. Хорошо. Монумент Будханат area. Вот куда мы идем. Будханат. Там, наверное, билеты надо покупать, да, опять? Для индийцев, по-моему, 100. For India, Непале, 100 рупий. А для других иностранцев 400. Это для меня. Вот такой вот для него билет. За 100 рупий. И по моей индийской адакарт меня я тоже тут у них прохожу как индиец. В том музее я не прошла, а в этом мне разрешили. Камдарджи. Ой, а это что такое? Экмомент. Что это? Ну, такие. Да, какой-то плант, как будто бы черника или еще что-то, может, для почек. Или от почек, или для почек. Ну, какие-то полезные растения, я думаю. А может быть, это, знаете что, может быть, это разжигать огни священные или не священные. Maybe for fire. Smell very good. Да, наверное, яджна. Let's make кора. Пойдем сделаем обход. Боднатх – величайшая буддийская ступа в мире. Это одно из главных религиозных сооружений буддийской архитектуры. 40-метровая ступа, в честь которой и названо это место. Мощная энергетика – настоящий неподдельный колорит Непала. На санскрите ступа – это одновременно и волосяные узлы, и верхушка головы. И нагромождение из камней, из каменной и земляной породы. Тибетцы называют ступу Боднатх величие Катманду. Кое-кто утверждает, что правильно называть святыню Хасти, что означает капля росы. Хорошо, давай. Вы, конечно, сами можете прочитать про нее. Это я, можно сказать, даже для себя. Как мне нравятся вот эти вот любящие глаза. Шопер. Что-то я должна тут купить, это точно. А вот это, кстати, флаг. Флаг Непала. Он единственный в мире, не прямоугольный, а из двух треугольников. И у него 5 углов. Красной, синей каемочкой. Солнце и луна на них нарисованы. Вот такие любящие глаза стоят 300 непальских рупий. 300. Сколько же это? $2? Сейчас посмотрим, где Саши спрятался. Саши смотрит красоту. What's a full closet now? 85,000. That's Lord Mama. This green Tara or which Tara? This Bodhisattva, that is Jingles. Thank you very much. Buddha.
какой-то птица. Какой-то птица. Скрывал змею. Пошли сделаем кору. Обход. Некоторые считают, что ступе 2500 лет, а другие считают, что ей всего 1500 лет. Точно неизвестно, когда она была построена. Ну и рассказы, как она была возведена. Легенда номер один о находчивости. Простая женщина Кагма, которую изгнали из рая, райские планеты, за проступок. Как подношение Будде в виде извинения хотела возвести ступу. К сожалению, у нее было слишком мало денег, чтобы купить нужную для этого землю. Когда она пришла к Радже, он сказал, что на имеющиеся у нее деньги, он разрешает ей приобрести землю, которая равна площади шкуры буйвола. Изобретательная Кагма разрезала шкуру на длинные лоскуты, связала и охватила ею огромную территорию, на которой сейчас расположен Батнатх. Я так понимаю, это отель. Сейчас узнаю, сколько стоят комнаты. Но я думала, выход на Будду. Может быть, окна выходят на Будду. На ступу, вернее. Хорошее место. Саши зашел кофе попить, а я осмотреться. This is hotel? Yeah. How much room? You can ask the reception man. It's separate, okay. Я там никого не увидела. Саши, put to mine glass. Я сегодня уже выпила много кофе. Нет. Ну, Саша, ну что ты делаешь? Я лучше сама налью нормальным путем. Хотя тоже разлила. Но тем не менее. Держи, папа. Coffee and cake. 100 рупий. Меньше. А так сколько? Без кейка. У них нету цен, но мы сейчас узнаем. Нам все равно надо платить. Я говорю, почему у тебя точка черная? Тика обычно красная должна быть. Это говорит Бхэру. Да. From top we took a horse and drove up. Он был... One temple they put black. Не очень хороший человек, он там влюбился в одну красавицу, богиню. И в общем, I not remember, he kill her or wanted to kill her, what he did. В общем, она его наказала там за то, что он ее украсть хотел. Но потом она сказала людям, если вы молитесь мне, молитесь и Пхеру этому. И вот теперь получают благословение и от него. Ну, оступился человек, влюбился. Я помню эту историю, только что-то не очень четко помню. Когда мы были в Вайшну-Деви, Джаму и Кашмир, да, по-моему, это Джаму и Кашмир? Вайшну-Деви. Очень популярный храм на горе. Там материализовались статуи богини. Thank you.
opal. I think crystal. No, I see the stars inside. Кофе очень хороший был. Стоил... Very tasty кофе. Стоил 160, а кексик, кстати, 595. Это 395. Но с нас взяли 210 за молоко. Молока еще попросил он. Как хорошо здесь, как спокойно. Да, потрясающе. Мне понравилось. Тишот. А для меня сумочку. For me, bag. For you, bag? Да, вот sure. Такой вот. I know other area. We'll да, да, да. One day for shopping мы должны сделать. Я хочу красота, как золотую. I found the address. Смотри, смотри, как низко самолеты. Какие браслетики. Где наша ковита? Вот это вот крутые браслеты. Но это мы вот определимся с ним, уже пойдем. День шопинга устроим, да? We will make day of shopping, да, потом? Как-то время летит быстро. Он говорит, у нас навалом времени. А потом раз, и уже самолет в Гоа. Не прошло и полминуты с прошлого самолета. Чаши серебряные. А на этой стороне птички. Прямо облеплено птичками и сидят только в одном месте. Да, сколько стоит эта комната, что мы где пили кофе? $25, если экстра bed. Better room $75. Лучшая комната $75, да? You want view of the stupa? Если надо вид на ступу, $130, $130, да. And terrace room. С террасой. $175. Include with breakfast. Включен завтрак. $55. Ава чипа, ава бета. Yeah, yeah. Our we pay $38. Мы $38 платим. А вот там вот что это, как нарбулинка. Что-то такое. Пошли, пошли, ага. Вот ведь место с птичками.
Все в птичках. А это нельзя, наверное, это закрыто, но not allowed. А-ча-ча, видишь, закрыли. Почему, говорит, нельзя, я сделаю. О, мама, под мехом. Это храм, говорит. Можно. Это кафе, арт-галери. Как же красиво. Но энергетика вот похожа на Драмсалу, но даже мягче. Очень мне понравилось. Пошли вовнутрь. Там молитвенное колесо. Но здесь, поскольку холодно, здесь не настаивают, чтобы во всех храмах люди разувались. Ой. Вот, ты хотел? Крути. Крути. Вот это уж совсем как в Драмсале. Вот так. Сайра. Там офис. Запах палочек. О, я бы тут даже пожила какое-то время в Непале. Даже бы, наверное, долго пожила. Смотрите, какие домики очаровательные. Ну, монахи тоже крутят, смотрю, колесики. Хоть они и под занавеской, что-то такое античное. Как же это красиво. И везде-везде кафешки там. Мы пришли на место, откуда стартовали. О, здесь даже авокадо есть. Что за конфликт? Я тут, папа. Давай. Мы будем звонить нашему водителю. Деревянная. Если на что-то прямо душа пискнет, надо будет что-то купить. Пока вот ни на что не пискнула. Ну вот эти серьги ничего с бирюзой. Вот эти ничего. Ну еще первый день выгуливаемся. 300 рупий непальских. Вот такие. Бирюза и коралл. А такие тоже, да? Торквай. Торквай. Вот такая цена. А вот с птичкой прям вообще там птичка. More different design. Ага, I see. А это вообще вот с перышками, что я люблю тему. Вот интересная, как будто бы янтарь. Драйвер камин? Лица у многих такие смуглые. Саши, ты что, как в Индии-то?
beautiful design. Но beautiful, только очень тяжелые. Деловой такой, он в белом саду, с котелком, полным денег. Так грубо нам, бакшишмани, бакшишмани. Давай, бакшишмани. Паникури. Давай съедим паникури. Let's eat. Непальские паникури. Сколько стоит? 50 рупий непальских. Одна тарелочка. Штук 6, наверное. How many pieces? Whatever we see, how many is it? Water fall down. Eat and then drink. Заморили червячка. Доллар 131.10. Евро 144.50. Вот они, вымогатели, красавчики.